где, когда. Вы знаете, друзья, мне как-то непривычно сидеть за столом без остальных. Что вы, молодой человек, я-то за столько лет привык. Ой, извините, извините. Я даже когда яичницу дома делаю, то фотографии членов команды по кругу ставлю, иначе есть не могу. Давайте выпьем, ребят. Вы знаете, господа, кстати, Друзь прислал смс о том, что застрял в пробке. И представляете, не знает, когда приедет. Друзь и не знает, я впервые об этом слышал. Да, извините, господа, в метро зачитался. Здравствуйте, господа. О, друзья подошли. Инна. Папа, ну ты же обещал хотя бы сегодня отпустить меня в клуб и тусоваться. В твоем клубе можно тусоваться только один раз, а в нашем мы уже 25 лет тусуем. Андрей, прекрати, она еще ребенок. Я тоже тут уже 25 лет. Привет, привет. Ну что, давайте... Что, давайте выпьем. По маленькой. А где ведущий? Уважаемые знатоки, я приветствую вас на зимней серии игр клуба «Что, где, когда». И сегодня с нами пьют и едят Борис Бурда, Андрей Козлов, Олесь Мухин, Александр и Инна Друзь, Максим Поташов и тамада сегодняшнего вечера ваш покорный слуга. Извините, я опоздал. Господин Аскеров опоздал, и мы наливаем ему штрафные 100 грамм. Господин ведущий, мне кажется, это мало. В связи с важностью момента, бинг-бонг-бан добавляет еще 50. Да с удовольствием. Уважаемые знатоки, знатокушечки мои, у меня для вас новость. Поскольку казино запретили, то со следующего года мы будем снова играть на книжки. Замечательно, замечательная идея. Уважаемые знатоки, настало время дарить подарки. Первый подарок для господина Бурды. Прошу внести черный ящик. Итак, что в черном ящике? Не знаю, я скидывался, но не покупал. Я тоже скидывался, но не покупал. Версия, версия, версия. Итак, уважаемые знатоки, кто отвечает? Господин ведущий. Отвечать будет Борис Бурда. Да. Господин ведущий, я хочу, чтобы в черном ящике был ноутбук. Да, да, ноутбук. И вы проигрываете. Борь, мы скидываемся на ноутбук. Боря, а что значит скид? Какая разница сейчас? Нет ноутбука, объясните. Продолжаем отдыхать. Внимание, знатоки. Да, господин ведущий. Господин Поташов, а что у вас в коробке? Кому такой большой подарок? Мне. Я когда уходить буду, салат туда сложу. С пакетом надоело ходить, ничего не умещается. Господин Козлов, а вы выпили за Новый год? Естественно, выпил, даже и не одну, вот пять. Вам ни разу не видно? Господин Козлов, по вам всегда кажется, что вы выпили. Взбодритесь и помните, что коньяк добавляют в кофе, а не наоборот. Спасибо. Господин ведущий, а где наш подарок? Александр, вам подарок от нашего казино. Специально для вас с Инной мы сегодня закололи нашу сову. Хрустальные совы есть у многих, а жареные только у нас. А у меня вопрос. Уважаемые знатоки, внимание. Кто нас сегодня развезет домой? Быстро! Это должен быть трезвый человек. У него должна быть машина. Машина, варианты, версия. Поташов, ты не пил. Поташов не пил, у него машина. Ребят. Я не могу. Понятно. Значит, версия такая. Я думаю, что это Генрих Третий. Кто? Вопрос какой был? Подождите, может быть, Инна Друзь? Да. 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 Нет. Ну что, это на вопрос только хорошо отвечает, а за рулем баба-бабой. Кто будет отвечать? Господин ведущий, отвечать будет тост с курицей. Итак, господин Друзь, кто нас сегодня развезет по домам? Господин ведущий, а мы можем остаться здесь?
Нет. И 5000 рублей уходят в ларек за добавкой.